Так, всем привет, с вами Юля. И, в общем-то, да. Сейчас, в общем-то, я буду снимать влог. Я специально закрыла камеру, в общем-то, да. А сейчас я появлюсь. Итак, вот я. В общем-то, в этом видео, как я уже и сказала, я буду снимать влог. И, кстати, да. Это что? Надо сказать погодку. Погодку. Да. Увеличить. Вот так вот. И сейчас я вот так. То есть и уменьшу вот так. То есть будет оно вот так. В общем-то вот. Наша погодка такая. Я надеюсь, вам было все видно. Ну, короче, не солнечная погодка. Вот. И в общем-то, да. Дневничочек. Дневничочек. Я его еще не заполняла. Кстати, я в том видео забыла календарик настроения. Как бы вот. Ну, я его уже заполнила. Вот. Даже покажу. Было это где-то вот здесь. То есть вот он, календарь настроения, да, то есть вот. Поэтому да. Приступаем. Ну, просто к влогу приступаем. И все. Надеюсь, вы меня поняли, да? И спасибо за то, что вы на меня подписаны. Большое спасибо вам. Вот. И как-нибудь, в общем-то, я хотела бы снять вопрос-ответ, потому что, ну, как бы вот, мы просто вот снимали видео такого плана, там, Даша на канале, потом у меня на канале, я, ну, типа, на вопросы, и мы с ней на вопросы, опять же, отвечали, вот. И, в общем-то, да, поэтому пишите в комментариях свои вопросики, и я буду начинать снимать рубрику «Вопрос-ответ». Поэтому пишите как можно больше. Вот, что бы вы хотели узнать. Вот. Итак, в общем-то, да, я хотела показать, что я сейчас смотрю. Я сейчас смотрю смешарики, но не знаю, должен показывать фиксики вообще. Короче, это вот эту игру. Опять же, я не знаю почему. Сейчас я... Так. На 9:00 смешарики. Непонятно что-то. Вроде бы должны до 9:00 показывать что-то. Нет, не то расписание. Вот это. Сейчас его открою. 2 мая. Вот, тут будет 7. Сейчас. Так. Вот. Здесь 7 мая. Так, то есть 9:15 три кота, но три кота, я так понимаю, показывать не будут, и всего лишь 15 минут показывают, поэтому вместо трех котов вот это вот показывают, да, то есть смешариков. И поэтому, да, ну, в этом влоге, как бы, я, может быть, не буду фотографировать, потому что я не очень-то и хочу, потому что сейчас еще... Боже. Это просто компот у меня. Понимаете? Я немножко по времени опоздала. Надо было вот где на 7 стрелочка. Вот тут должна быть. А я на 8. Поэтому вот на 5 минут получается дольше стало. Но да. Упс, просто. Я забыла немного так. Вот, ну, в общем-то, в этом блоге фотографироваться не буду, сейчас 8:37.
Вот. И, в общем-то, пишите мне в комментариях, не забывайте вопросы свои, то есть вот, именно идеи для видео пишите, всякие разные, да, то есть, и, в общем-то, все, что хотите, поэтому, да. Не забывайте также подписываться на мой канал и на канал Юлия Афонина. Кстати, я хочу вам сказать то, что канал Юлия Джим — это именно мой канал. И под видеоблог я это написала, вот, в общем-то, это написала потому, что тогда не работал YouTube, именно, ну, какая-то там проблема подключения, что ли, вот именно. Поэтому я и, то есть, ну, не могла выкладывать видео и могла только писать с телефона. Поэтому, да. В общем-то, просто нужно заканчивать это видео, потому что что-то рассказать, о чем, я не знаю, даже можно. Ну, короче, пишите в комментариях свои идеи для видео. Также пишите вопросики свои в рубрике «Вопрос-ответ», я на них отвечу. Также не забывайте подписываться на мой канал, на канал Юлия Афонина, да? Опять же. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Всем бай-бай!